ну что там, дочитала эту указ? Что там вообще написано-то? Ну, дочитала, мы с Дашей тут все уже в военкомат позвонили, все сказали, что вас должны отпустить. Да? Если вы только не находитесь в какой-то спецчасти, какая у вас часть-то? 488. Ну, понятно, просто она относится к спецовским или к каким, или... Нет, артиллерия. А, ну вот так сказали в военкомате, что должны отпустить вас, поскольку вы сейчас проходите. Может быть, потом еще раз будут призывать, но это как бы там в течение 12 месяцев. Ну, точно тут не скажешь, все будет в зависимости от обстановки, потому что они еще не определили, Министерство обороны не определили срок частичной мобилизации. Ага. Категорию, да, категории А и Б все пойдут. Ну, в первую очередь, кто служил, в общем, неизвестно. Я так думаю, если не наберут Ашников и Бэшников, потом, наверное, все подряд пойдут. Позвонить. Так что делать-то? Контракт подписывать или что? Да зачем, сынок? Неужели ты не навоевался? Так, а что делать? Потом опять в пехоту? Почему в пехоту? Может быть, вас в покое оставят? Ну, возможно. Ладно, посмотрим, там еще целый месяц есть. Ну и призывные пункты вообще в Москве на вокзалах развернули, представляешь? Просто палатки. Стоят палатки, объявляют поезда, поезд туда идет, сюда, а тут призывной пункт. И уже вот вчера еще только подписали все, уже люди уже вчера же получили повестки. Представляешь, уже все заготовлено было. Нормально. Угу. Нахуй с власти его снимать, нахуй, этого президента. Все. Ну, потому что война никому нахуй не нужна. Да. Нет, естественно. Ни холодно, ни жарко вообще. Это Украина, блядь. Вот именно.